когда-то очень давно еще совсем крохотных детишек в наш детский сад привели за руку родители. С малышами мы быстро подружились и весело проводили время в играх и учебе. Рисовали и играли. Занимались спортом и весело проводили время на детской площадке. Участвовали в праздничных утренниках и просто проводили все время вместе. Но пришла пора расставаться. Наши малыши теперь выросли и стали выпускниками, будущими первоклассниками, которые спешат в школу. Сейчас я вам нарисую наших выпускников. День открылся на заре золотистым ключиком, чтоб досталось на земле каждому получику. Опоздайте на первый звонок! Счастливого пути, ребята!